Zara McDermott Weasley Wilders демонстрирует свою стройную фигуру в крошечном белом бикини, уронив 2 камня. Недавно она рассказала, что потеряла 2 камня после переезда к своему кавалеру Сэму Томпсону, его сестре-гуру в спортзале Луиза и ее личному тренеру-невесте Райану Либби. И Zara McDermott выглядела невероятно, когда в четверг она показывала свою стройную фигуру в белом бикини в Instagram. Бывшая 23-летняя звезда «Острова любви» показала шипучую витрину, демонстрируя свои широкие разрезы и пресс для мытья посуды в шикарном бикини-топе с завязками спереди. Соответствующая пара нижних стрингов показала ее тонированные ноги и намек на ее персиковый зад, когда она позировала. Брюнетки с карамельными крапинками были гладкими и прямыми, а ее красивые черты были дополнены сияющей палитрой макияжа. Звезда MIC источала уверенность, когда она представляла шторм в своей ванной, демонстрируя свой поддельный загар от блокировки. Недавно Zara рассказала о том, что присутствие кроликов в спортзале, безусловно, оказало на нее влияние, так как она похудела за 9 месяцев. Представительница СМИ добавила, что она слушала совет Луизы и перестала считать калории в пользу отслеживания ее макросов, что включает анализ макронутриентов, граммов белка, жира и углеводов, в ее рационе. Наряду с видео о себе и фотографиями в купальниках прошлого года, Zara написала, почти 2 камня вниз. Я не могу поверить, как далеко я зашел смотреть старые фотографии. Да у меня. Отвечая на вопросы фанатов, телезвезда заявила, что теперь она работает 4 раза в неделю, снизилась с 68 килограммов до 57 килограммов, и ей потребовалось 9 месяцев, чтобы достичь своей цели, 2 месяца в течение ноября и декабря. Милая блондинка добавила в свои истории, то, что я начала делать недавно, на самом деле не отслеживает мои калории, а просто больше смотрит на мои макросы. Если вы хотите прийти в хорошую форму, я всегда считал, что вы не можете сделать что-то наполовину от всего сердца, вы должны все вложить в это.